Считать, что звезды кино и телевидения не являются поклонниками литературы – большое заблуждение. Напротив, большинство из них любят читать и читают действительно достойные произведения. Среди знаменитостей немало почитателей классики, в частности русской. Также дело обстоит и с настольными книгами популярных режиссеров и писателей – Шедевры мировой литературы задают ту самую планку, на которой знаменитые читатели могли бы равняться. Всегда интересно, что повлияло на человека и создало его таким, каков он есть, особенно знаменитым. Книги основа мироздания успешных людей. И прочитав нужную книгу, мы имеем все шансы стать лучше. Мы хотим с вами поделиться списком книг, которые любят знаменитости. Все эти книги вы можете найти в нашей библиотеке. Иван Гончаров «Обрыв» Блестящий образец психологической прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко личной истории подлинную картину идей и нравов интеллектуально-дворянской России переломной эпохи середины XIX века. Художник Борис Райский, вообразивший себя таким идейным Дон Жуаном, видит своей высшей целью то, что сам именует пробуждение женщины для страстей. Однако намеченный им для пробуждения жертвы что-то не спешает падать к ногам. Когда же в имение бабушки Бориса, помещицы Бережковой, Малиновку возвращается старшая сестра бабушкиной воспитанницы Марфинки, таинственная и замкнутая вера, события принимают совсем иной оборот. Неудачливый обольститель райски влюбляется в нее всерьез и по-настоящему. Александр Пушкин, Борис Годунов. Бессмертная историческая трагедия Александра Сергеевича Пушкина, в центре которой яркая и противоречивая фигура царя Бориса Годунова. Повествует о судьбе русского государства и его народа в один из сложнейших периодов нашей истории, в эпоху смутного времени, наполненную внутренними интригами и нашествиями извне, жестокую и драматичную. Фредерик Стендаль Красное и Черное. Роман Красные и черные это общепризнанный литературный шедер XIX века. Он был написан на основе реальных фактов после прочтения Стендалем обстоятельного отчета о деле Антуана Берте в судебной газете. Молодой сын ремесленника убил свою любовницу в отместку за то, что то встало на пути его карьеры. Так случай из уголовной хроники стал человеческой драмой высочайшего накала и одновременно социальным исследованием общества. Жульен Сарель, честолюбивый и способный молодой человек, пережил и романтическую влюбленность, и бурную страсть, которой не смог противостоять и за которую расплатился жизнью. Артур Конан Дойл. Приключения Шерлока Холмса. Артур Конан Дойл вошел в мировую литературу как создатель самого великого сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса. Благородный и бесстрашный борец со злом, обладатель острого ума и необыкновенной наблюдательности. С помощью своего дедуктивного метода сыщик решает самые запутанные головоломки, зачастую спасая этим человеческие жизни. Он гениально перевоплощается, обладает актерским даром и умеет поставить эффектную точку в конце каждого блестяще проведенного им расследования. Антон Павлович Чехов «Рассказы». Чехов за всю свою творческую жизнь не написал ни одного романа. Он признанный мастер короткой прозы, но каждый его рассказ – это вся человеческая жизнь в ее трагикомической полноте. Рассказы и повести Чехова – лучшие образцы малой и средней прозы. При этом значительную часть их можно с полным основанием назвать маленькими романами. В этом уникальность чеховского таланта с его тонким психологизмом, интонационным богатством, ненавязчивой иронией, яркой деталью. Даже в самом маленьком рассказе Чехову удается сказать то, что могут позволить себе далеко не все создатели больших романов. Мигель де Сервантес Дон Кихот. Одно из наиболее популярных произведений мировой литературы и просто невероятно увлекательная книга о приключениях мелкого дворянина, вообразившего себя средневековым рыцарем без страха и упрека, который не боится показаться смешным в своем утопическом стремлении сделать мир лучше. Роман о надежде и отчаянии, мудрости и сумасбродстве вот уже более четырех веков стоит в первой десятке величайших книг человечества. Имена главных героев – Дон Кихот, Санчо Панса, Дульсинея – давно стали нарицательными. История, переведенная на многие языки мира, легла в основу фильмов, сериалов и прославленного балета. Брэм Стокер «Дракула» самый ужасный из продавший душу дьяволу, отъявленный злодей, умертвивший сотни людей. Это все о нем, графе Дракуле. Почему же он стал таким? Эта книга не просто пугающий приключенческий роман, в ней множество секретов и скрытых смыслов. Она изменила ход развития мировой литературы. По ней сняты десятки фильмов и продолжают выходить все новые и новые экранизации. Пять героев романа рассказывают о пережитых ими кошмарных встречах с Дракулой. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Великий Гэтсби. Бурные двадцатые годы прошлого столетия. Время шикарных вечеринок, сухого закона и легких денег. Эти новые американцы уверены, что рассвет будет вечным, что, достигнув вершин власти и богатства, они обретут и личное счастье. Таким был и Джей Гэтсби, ставший жертвой бессмысленной погони за пленительной мечтой об истинной и вечной любви, которой не суждено было сбыться. Хорошо известный классический роман эпопеи Льва Толстого «Война и мир» рассказывает о сложном бурном периоде в истории России и всей Европы, эпохе завоевательных походов императора Наполеона в Восточную Европу и Россию с 1805 по 1812 год. Автор подробно рассказывает о войне, о ходе боевых действий от Аустралица до Бородино и о мире. Показано мир в России в это же время причем пером писателя охвачены все слои общества: дворянские семьи, крестьяне, горожане, солдаты и даже императоры. В этом большом многоплановом романе действуют десятки и сотни персонажей, и в их числе реальные исторические лица, при помощи которых Толстой старается изобразить жизнь в ту эпоху во всем ее многообразии. Часто автор отступает от основных событий романа и излагает свое мнение и взгляды по множеству вопросов. Он говорит об исторической науке, о социологии и психологии, морали и нравственности, свободе и необходимости. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. 451 градус по Фаренгейту – это температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную картину развития постиндустриального общества. Это мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных. Охранение книг преследуется по закону, Интерактивное телевидение успешно служит всеобщему оболваниванию. Карательная психиатрия решительно разбирается с редкими инакомыслящими, а на охоту за неисправимыми диссидентами выходит электрический пес. Роман, принесший своему творцу мировую известность. Способность и вкус к чтению дает доступ ко всему, что уже было обнаружено другими. Чтение освещает ваш разум, расширяет кругозор, увеличивает ваши знания и открывает для вас новые возможности. Так же, как наше тело нуждается в ежедневной дозе питательных веществ, наш шум также ищет питание, которое приходит через чтение. Это держит ваш ум активным и динамичным.